С Нового года за употребление допинга казахстанскими спортсменами и их тренерам грозит штраф 200 МРП. Это более 500 тысяч тенге и дисквалификация. Такие карательные меры на уровне государства начнут применяться впервые. Ранее на наших спортсменов распространялись только те санкции, которые назначали международные организации. 20-е место в рейтинге стран, где употребляют допинг, вынудило власти нашей страны принять эти нормы. По данным Министерства культуры и спорта, только с начала года зафиксировано 30 случаев употребления запрещенных препаратов и методов. Дела этих спортсменов еще расследуются Всемирным антидопинговым агентством. На них, а также тех, кто уже попался на допинги, новый закон не распространяется. А вот в будущем нарушителям придется вернуть все премиальные. Тренеры, причастные к делу о допинге, больше не смогут работать в спорте. Спортсмены дисквалифицируются на срок от 2 до 4 лет. А при нарушении более 2 раз обязаны будут уйти из профессии. Их также лишат жилья, которое вручали из коммунального фонда. Когда, допустим, спортсмены уличаются в приеме допинга, когда наказываются целые сборные, как это у нас было с нашей сборной по тяжелой атлетике. И, безусловно, бюджетные деньги были выделены и на спортивный период, и на тренировочный период. И эти деньги буквально, ну, можно сказать, ушли в песок.